В Греции для нарушивших закон мигрантов и беженцев построят тюрьмы. Последние месяцы в стране зафиксированы десятки нарушений закона и преступлений со стороны вынужденных переселенцев. При этом многие из них остались на свободе. В городе Митилине на острове Лесбос лишь за один вечер совершены 10 краж со взломом. Мигранты нападают на местных жителей, устраивают бунты и поджигают лагеря. Всего на территории Греции, по официальным данным, зарегистрированы около 63 тысяч беженцев.